Барух Шем Кавод Малхуто Леулам Ваэт. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь один, благословенно славное имя Царства Его вовеки. Амен. Амен. Шаббат шалом, учитель Александр. Шаббат шалом и тебе, и нашим всем радиослушателям, и тех, кто смотрит нас на Фейсбуке лайв. Мы желаем шаббат шалом. Шаббат шалом. Я так рад вас видеть, и надеюсь, вы тоже нас рады видеть, во всяком случае, учителя Александра Болотникова, с которым ваш покорный слуга и проводит разборы Торы каждую субботу в прямом эфире на частотах 11.30 АМ стерео в Орегоне и в Вашингтоне, а также на частоте 100,7 FM в Портленде, в Грэшеме и Ванкувере. Ну и, конечно, в Европе вы можете прямо сейчас нас слушать на радиоцентр в Риге, в Латвии на частоте 1602 АМ. И сигнал доступен практически во всех трех прибалтийских государствах, а также в европейской части России, в частях Украины, Белоруссии, даже в Польше, Финляндии и в Германии. Но, кстати говоря, я заметил, что на нашей странице Facebook, не на Славик Фэмили, а на нашей, вот, то у нас все растет, значительно растет количество именно латышских и даже литовских слава богу подписчиков. Я эстонцев еще не видел, вот, но это меня очень радует, потому что... Интересно, вы знаете, такая интересная ситуация получается, что, например, в Эстонии наш сигнал очень хорош днем, а вот в Литве в более темное время суток, но тем не менее там... Очень много интересных отзывов уже приходят. Спасибо вам большое, дорогие наши радиослушатели, телезрители. Пожалуйста, у нас к вам такая просьба. Когда вы будете писать ваши комментарии, вы уже многие так и делают. Пишите, откуда вы, а где вы нас слушаете, на какой волне, в интернете. Либо вот сейчас видите нас также на Facebook Live и на канале YouTube. Ну, да. Для нас это очень и очень важно. Просто пишите «Привет из Риги» или «Привет из Юрмалы», мы будем или вот, «из Москвы». Раз ты уже затронул прибалтийскую тему, вот хотим особо передать в эти праздничные дни большой привет именно нашим прибалтийским слушателям. Да, спасибо, вот, учительница. Мы надеемся, что еще нас... Я говорю спасибо от имени всех наших слушателей там. Вот, вот. И... Мы рады, что ты вернулся. Слава из Богу. Своей инспекционной поездки. Да. Вот. И благословенной, я бы сказал. Благословенной поездки, прежде всего. Очень было интересно. Сегодня у нас очень необычный такой день, праздники. И впереди у нас разбор главы Гаазину. Это глава, которая идет у нас сегодня по плану. Но для того, чтобы узнать вообще, что происходило чуть-чуть вот в те дни, очень много лет тому назад, мы также разберем чуть-чуть последние дни жизни Моше. Потому что впереди у нас идет передача власти. Как вы знаете, передача власти в любой стране мира не проходит безболезненно. Это все прекрасно понимают, когда власть меняется, меняется, ну, очень много, меняются устои. И вот мы в дальнейшем разберем, что изменилось также в Израиле со смены власти, когда на место Моше пришел Йешуа бен Нун. И сегодня я, как обычно, попрошу учителя Александра совершить молитву перед тем, как мы откроем Священное Писание. Откроем мы сегодня главу 32-ю, вот последней книги, которую мы разбираем сегодня. Вот, и книга Второзакония, это 32-я глава, и будем с вами читать. Учитель, пожалуйста. Баруха та Адонай, Элогейну мелах алам, ашер бахарбану миколь амим, Венатан лану эт торато, баруха та Адонай, нетена тора. Благословен Господь Бог, наш Царь Вселенной, избравший нас из всех народов, племен и языков, даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дарователь Торы. Амен. Амен. Так, дорогие друзья, давайте мы прочитаем чуть-чуть вот главы. Здесь
В 32 главе мы с вами видим песнь Моисея. Очень интересные такие волнительные строчки. Практически вся глава – это песня Моисея. Это предпоследняя глава. И давайте начнем вместе с вами читать хотя бы чуть-чуть вначале, чтобы видеть, как, насколько красиво она звучит вот даже в русском переводе, несмотря на то, что, скорее всего, на иврите она звучит вообще просто великолепно. Мы об этом спросим учителя Александра. «Внимайте, небеса, и я говорить буду, и услышит земля речи уст моих, польется, как дождь, учение мое, будет струиться, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зеленый покров и как капли на траву, когда имя Бога произносить буду. Воздайте славу всесильному нашему, твердыня он, совершенно деяние его, ибо все пути его праведный, всесильный верен, и нет несправедливости. Праведен и справедлив он. Амен». Вот очень интересно. Учитель, мы с вами видим песнь Моисея, раба Божьего. Песнь как заключительные, наверное, слова его. Вот перед тем, как он передаст свою власть, эстафету другому человеку, ученику. И после этого зайдет на гору, очень-очень печально, он оттуда увидит землю обетованную, и после чего его уже никто никогда не увидит, то есть никто не знает, где его могила, что произошло там дальше, вот, ну, и это не случайно. Ну, что произошло, да, мы узнаем, попозже, в частности, да, в послании Иуды, где сказано, вот, что Михаил, архангел, да, боролся с сатаной за тело Моисеева. И, кстати, очень интересно, потому интересно, что, да, потому что впервые появляется, единственный раз употребляется слово «архангел» со словом «Михаил». Интересно. Вот, хотя что-то такое православное такое чувствуется, да? Такое что-то. Ну, это просто архимандрит, архангел. Ну, извините, слово «архе», да, по-гречески – это начало, угу, и, или первое. Тут, то есть, например, когда мы читаем первые это самое, слова книги, слова Торы, «Вначале Бог сотворил небо и землю», да, на иврите это «берешит бара элогим эн ашамайм вен арец», а по-гречески «эн архе эпоэсэн теос» и так далее. То есть «эн архе берешит», угу, «в начале». Вот. И, кстати говоря, такими же точно словами начинается Евангелие от Иоанна. В начале было слово «эн архе хо логос». То есть на этом основании мы знаем, что первые стихи своего Евангелия Иоанн базирует именно, то есть, на книге Бытия. Отсюда Евангелие от Иоанна, первая глава, это фактически рефлексия Иоанна на историю творения, на Тору, кто сотворил. А Тора начинается именно с рассказа о том, кто сотворил. Вот. И угу, вот интересно, почему мы говорим об архангеле. И православие, православная традиция превратила архангела в неизвестно кого, потому что начали употреблять слово «архангелы», угу, множественном числе. Слово «архангел» употребляется в Библии только в единственном числе. То есть есть только, интересно, один архангел. Угу. Один архангел. Но немного. И его зовут Михаил. Но что интересно. Это должность такая, да? Первое послание Фессалоникийцам. Так, что-то интересное сейчас нам учитель предложит. Это очень важно в контексте Йом-Кипура, который у нас прошел в среду. Угу.
Очень интересно. Ну, в среду это когда вы нас слушаете в этом году, а в другом году, наверное, будет не в среду. Ну, естественно. Йом-Кипур — вот это 10-й день 7-го месяца. Да, но он находится как раз между Ваэлах и Гаазину, в любом случае, да? Вот всегда так находится Йом-Кипур. Естественно. Всегда. По еврейскому календарю потому находится что между этими двумя календарь чтения главами. Торы тоже строится по субботам. Вот еврейского календаря. Да. Вот из-за этого у нас, из-за того, что у нас в этот год високосный, у нас было 2 месяца Адар, у нас был очень поздний Песах, и поэтому сегодня мы еще наслаждаемся бабьим летом. Наконец-то мы пособирали грибы на Battleground Lake. Учитель, мне килограмм брусники торжественно вручили в Латвии. Ну, это в Латвии, а тут я впервые... Мне брусника больше нравится, чем я грибы. Я впервые в Америке увидел грибы настоящие, наши. Это благословенное место, где мы с тобой живем. Да, здесь грибов много, но нужно лицензию иметь, чтобы их собирать. Это в Орегоне. В Вашингтоне до 2 килограммов можно собрать. Ну, хорошо, учитель. Мы живем в таких штатах, 2 социалистических штатах, где все, что можно обложить налогом, можно обкладывать налогом. Учитель, мне очень интересно, что там с фессалоникийцами. Так вот, вернемся к фессалоникийцам. Вот что там написано. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, ну вот как сказано, с 15 текста. Ибо, 14, ибо мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. То есть глас архангела и труба Божья воскрешает мертвых. А что это за труба Божья, можно понять только если мы знаем, что такое Йом-Кипур. Вот то, о чем мы с тобой говорили в прошлый раз, о том, что да, ты не можешь... И кстати, я очень благодарен, мне пришло очень хорошие, например, комменты из Израиля. Ну вот, мы упоминали Прибалтику, вот я упомяну Израиль. Вот. Ну, потому что я скажу так, сегодня очень много есть христиане, вот здесь у нас есть христианские субботнические церкви, которые пытаются праздновать праздники. Но, честно говоря, я не знаю, что они используют и как они это используют. Я знаю, что, допустим, я очень четко различаю вопросы, которые я поступаю из Израиля, именно от людей, которые понимают, что такое синагога, потому что Йом-Кипур, это, как ты смог убедиться, посетив наше богослужение, довольно серьезная литургия. Да, очень серьезная. Которая есть несколько важных частей. Некоторые из них мы не читаем, типа Кольдиндрей, что они средневековые. Некоторые из них мы читаем и понимаем не только в Йом-Кипур, например, в Видуй, это исповедание греха, нам не нужно ждать Йом-Кипура, чтобы прочитывать Видуй раз в году. А есть еще другая, очень важная часть, которую мы читали, это Неила. Неила – это закрывание врат. Фактически закрытие двери благодати, как это христиане помогли сказать. Закрытие двери благодати. Да. И что-то вот, интересное. Ну, Бог же не может постоянно... Знаешь, как сказано у Петра? Это мое любимое высказывание у Петра. Не медлит Бог исполнением обетованием, как некоторые почитают то медленнее, но долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб, но все пришли к покаянию. Это
Очень важное высказывание, говорящее о о Божьем долготерпении. Угу. Долготерпение – это один из семи атрибутов Бога, который перечислен в книге «Исход», 34 глава, и является частью его 72-буквенного имени. Угу. Вот. Но ему есть предел. Угу. Потому что если оно беспредельно, значит, зло будет беспредельно. И это понимается. И вот литургия Йом-Кипура предусматривает вот этот момент, это самый последний момент, то есть когда закрываются двери, ну и все должны быть внутри дверей. Да. А не за дверьми. В этом заключается и идея запечатления. Вот, все внутри дверей, что дальше? Вот, есть такая песня, очень моя любимая песня. «Эльнора Алила, Эльнора Алила». Хамцилану бехила бешаат на бганейла. Интересно. Эта песня, ну, она иудейско-ортодоксальная, и те христиане, которые вот понимают, что такое происходит сегодня на небе, как происходит на небе сегодня суд, о котором говорит часть вечного Евангелия, то они будут рады этой песне, потому что слова звучат так. Господь великий и страшный, Господь великий и страшный, найди же нас очищенными в день, в момент закрытия дверей. Благодать. То есть очень четко понятно, что вот происходит Йом-Кипур, происходит очищение. Угу. И вот эта песня, она радостная, она радостная. Ее, кстати, в ашкеназской литургии ее нету. Угу. Это чисто такая сефардская литургия. Веселенькая, да. Марокканская. Я не знаю, слышал ли ты эту песню, а угу. Мне очень-очень нравится. Вот. Правда, не все мои вкусы разделяют, потому что так как это исключительно сефардская песня, то, естественно, там нету европейских таких хазанутских гармоний, которые были созданы в рамках европейского музыкального классицизма. Оно все, вот, как говорится, один палка, два струна на восточный момент, манер. И никто не Здорово. Разделяет мои вкусы. А я вот люблю, потому что смысл глубокий. Найди меня очищенными в день, когда... То есть, Иоанн в Откровении прямо говорит, что наступит момент, когда неправедный пусть продолжает делать неправду, потому что все уже, поезд ушел, а праведный он продолжит делать правду. То есть вот это вот нейла происходит, то есть двери закрыты, то есть общество, человечество разделилось уже на две конкретные части, и одна часть, которая за Богом уже приняла решение, идет, и она таки будет за ним идти, а другая часть, что им не уже не рассказывай, как им не, как говорит Иисус, мы играли вам на свирели, вы плясать не будете. То есть, что мы, то есть на свирели уже играть будет поздно. Интересно. Вот, и тут не свирель, тут что? Когда нейла заканчивается, в конце нейлы это конец. Йом-Кипура звучит протяжный звук шафара. Я слышал, вы его продемонстрировали. Жалко, что не было Гордона, он бы 3 минуты Да, вы об этом уже говорили. Я не умею так держать. Вот. Ну и протяжный звук звучит. Но это звук, который возвещает пришествие Машиаха. А вот об этом Павел и пишет. То есть Павел прекрасно понимал, несмотря на то, что при Павле был еще храм, но уже вот я вижу вот это свидетельство того, что уже существовали литургические моменты, где существовали
в синагогах диаспоры, которые... Потому что Йом-Кипур – это не день, который все должны прийти были в Иерусалим. Да, вот эти вот наши слушатели после нашей Йом-Кипурной программы написали, что ученики, они же продолжали славить Бога в храме. Они появлялись в храме, потому что храм еще тогда был. Да-да, но дело в том, что храм еще тогда действительно был какое-то время, но уже была диаспора, которая не имела возможности исполнять заповедь Исход 23 глава, где каждый год, три раза в год должны появляться пред лицом Господа. Но я опять же повторяю, заповедь говорит о трех праздниках урожайных, Пейсах, Шавуот и Суккот. Йом-Кипур туда не входит. Угу. То есть Йом-Кипур все отмечали по домам еще. И вот, как говорится, в этот момент... И, кстати, почему это было разработано? Потому что уже во втором храме, мы уже говорили об этом, Йом-Кипур был дефектный. Потому что ковчега-то не было. То есть что там было, непонятно было. И вот, вот уже эти... Понятно, не коль не драй. Коль не драй – это вот, ну, очень красивое есть хоровое пение, кстати говоря, ашкеназское, которое мне очень нравится, но я скажу, вот в отличие от песни, у которой неприятная музыка, но содержание очень приятное, коль не драя музыка очень приятная, но содержание абсолютно неподходящее. Коль не драй, это все клятвы, и вот у кого, кто русским хорошо владеет, придумайте как можно больше синонимов на слово клятву. А в иврите столько синонимов, там их штук 15 перечисляется. Угу. Вот, попробуй это все переведи, да, на русский, наверное, и на просто английский. А связано это с тем, что молитва была разработана в Голландии, которая принимала беженцев из Испании, uh-huh, жертв испанской инквизиции, многие из которых насильно были обращены в христианство. Когда из Нидерланды вышли из-под гнета Испании во время Вильгельма Оранского, евреи приходили туда, там протестантская религия их им разрешала религиозную свободу. Там не было испанской инквизиции. Что-то вот подобное говорил Борух Горин, как раз вот, который является издателем книжники в Москве. Вот я присутствовал последние вот эти вот дни перед, значит, как раз Йом-Кипур, там говорилось о Тшуве. Вот. И я тут тоже что-то он говорил об этом, то, что вот действительно это связано с тем, что евреи насильно как раз... Ну да, вот, тшува имеет, да, два значения. Угу. Имеет значение покаяние, имеет значение возвращение. То есть действительно... Вот мы, это... же, мы же совершаем сейчас тшуву, правильно, вот в эти дни? Да, только не возвращение, а поворот к Богу. Тшува, шув, повернись. Ага, вот это очень важный момент. То есть покаяние – это не просто какой-то созерцательный акт, это акт поворота на 180 градусов. Да, очень интересно. И вот сейчас мы как бы... Вот интересно, что... Просто закончу свою мысль, да, о том, что вот разработано было вот именно в эти годы, 1500 какой-то, да, год, вот эта молитва «Коль не драй», для того, чтобы еврей, которого насильно обратили в христианство, мог обратно вернуться в иудаизм. Интересно. Вот подумать только. Поэтому здесь, конечно же, нужно видеть эти литургические элементы именно с точки зрения, ну, пропускать их через Библию, а для этого нужно очень хорошо понимать символику Йом-Кипура. Я вот, знаете, учитель, что я сейчас подумал? Вот представьте себе такую картину. Значит, еврей, который обращается обратно из христианства, возвращается в иудаизм, совершает шуву. Как это вообще выглядит? Ну... Вот интересно. Это головоломка еще та. Ты знаешь, в чем проблема, Андрей? Проблема в том, что таких евреев сегодня
практически нет, есть другая проблема. Есть проблема о том, что есть очень многие христиане, которые непонятно что совершают, отказываясь от Христа, начиная рассказывать, что Иисус — это не Бог, а архангел Михаил. Это учение, которое еще было у свидетелей Иеговы в 19 веке. И сейчас оно воскресает вот таким образом на фоне вот этого вот мессианской культуры, против которой я ничего не имею. Но проблема мессианской культуры заключается в том, что под ней отсутствует серьезный богословский базис. Многие, которые рвутся туда, особенно Библию изучать, не мастаки, а начинают вот изобретать все, что угодно, просто потому что это прикольно. Вот, и в этом, в этих приколах... Модно. Модно. Модно, да, вот. Модно. Хорошо. Учитель, значит, мы видим последние дни жизни Моше. Давайте мы посмотрим. Вот действительно, это неспроста, вот то, что вот вы сказали. Вот интересно, что Йом-Кипур, вот он как бы, этот праздник помещен между двумя вот этими дельными главами. Это, наверное, тоже не просто так, правильно, да? Ну, естественно, потому что, ну вот... Если мы говорим о двух этих недельных главах, то они очень коротенькие. Очень коротенькие, вот. Да. И наша предыдущая недельная глава, которая тоже всего 31 глава. Всего-навсего, да. Вот тоненько, посмотрите, прям буквально вот, вот видите, я держу сейчас... вторую, вот она, кто нас смотрит, вот буквально вот очень-очень вот всего-навсего, да, вот немножко совсем. Ну да, да, мне иногда обидно бывает, потому что одна из самых серьезных тем, которая поднимается в Торе, это Левит 16 глава, как раз о Йом-Кипуре, чтобы понять корни Йом-Кипура, разобраться, что там, разобраться, что такое Кипур, это нужно изучать книгу Левит. Вот. А там, если нет високосного года, то вместе объединены две фундаментальнейшие недельные главы Ахарей Мот и Кдошим. Ахарей Мот — это как раз о том, что произошло с Надавом и Авигу, и как должен себя первосвященник вести раз в год во святом святых, а к душим — это о проблеме святости. Они совершенно разные. Но здесь они не объединены, здесь они по-разному. И да, они огромные, то есть там получается огромный пласт. С 10 главы по 20-ю, да, надо изучить за одну неделю. У нас с тобой даже 2 часов не хватит. А здесь, да, маленькая одна глава. Вот всю неделю изучать. Да. Мы изучаем, да. Ну что ж, мы видим последние дни Моше, учителя, и вот он дает нам эту песню. Песня Моше. Вообще, я бы хотел спросить, вот песнь. Что такое песнь? Значит, почему Моше обращается к своему народу, который он выбил из земли египетской, в песне? О, песня — это поэзия, это очень серьезно. Когда что-то произносится в древней ближневосточной культуре в поэтической форме, то есть оно приобретает ритмику, это очень серьезно. Вот в оригинале это стихотворная форма или конечно, все-таки нет? Конечно. Конечно. Потому что в русском переводе мы сами, конечно, не можем прочувствовать. Нет, это невозможно прочувствовать. Газину гашамаим вадабера, ветишма гаарец имрей пи. То есть это... Я так не прочту. Что бы я ни делал, как бы я ни пытался... Не, ну очень голос, красиво вот то, что мой голос не настроен на то, чтобы это прочитать. Но
почему мы видим, что это поэзия? Uh-huh. Поэзию нужно, как говорится, читать очень... Ну, то есть нужно уметь читать поэзию, потому что, с одной стороны, в поэзии присутствует ритмика, и когда начинается поэзия, то тогда очень много эпитетов. Вот. Эпитеты, они не просты для понимания, uh-huh. потому что для того, чтобы их... правильно понять. Угу. Вот, вот нужно... об этом и речь. Вот смотрите, вот я бы хотел вот это разобрать очень подробно. Пишите, смотрите, будет струиться как роса, как мелкий дождь, как капля на траву, значит, вот твердыня моя, понимаете, вот как мы видим в русском переводе, да, потому что я вот смотрю, здесь очень много таких интересных моментов. Как это все вот понять нам? А потому что мы не оттуда происходим. Угу. А если... ты поедешь со мной прогуляться по Синайской пустыне. Конечно, поеду. То ты поймешь, насколько ценным является и дождь, и роса, и мел, и даже мелкий дождь на зелень, и как ливень на траву. Это самое ценное. Без угу. этого никуда. Обратите внимание, например, на слова, которые написал еще, тоже в Второзаконии, написано в 10 главе, угу. когда он описывает... Да, учитель. Когда он описывает, а Второзаконие 11.11, здесь слова интересные. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетской, из которой вышли вы, где ты, посев семя твое, поливал ее с помощью ног твоих, как масличный сад. Угу. То есть, опять же, нужно со мной поехать в Египет и посмотреть, что египтяне угу. сделали, построив Суанскую плотину. Они уничтожили... древнейшую экосистему. Изверги. Которая угу. Создавала... Вот сейчас в Ниле нет крокодилов. Слышишь, в Ниле нет крокодилов. Угу. Бедного Моисея пускали в корзиночке по воде в... В воде, кишащей крокодилами, мы спрашиваем экскурсовода, где крокодилы? Угу. Ну, я видел. Покажите, да. Угу. За Асуанской плотиной остались крокодилы. Понятно. Остался только один городишко там, который Эдфу называется. Там храм, посвященный крокодилу. И там коллекция крокодиловых мумий. Угу. Вот. А... Да вообще вот, то есть куча вещей изменилась благодаря Суанской плотине. И то, поэтому... есть, то есть это все эпитеты, вот эти, это все натуральные вещи. Это абсолютно, вот в том-то угу. и проблема. Я почему интересно. Рассказываю о Египте, о крокодилах, о Нилах, потому что грек-философ открывает вот это все, угу. и на каждое слово у него философия. А тут не философия, тут образы, взятые из той жизни, в которой жили, да? То есть 200 с копейками лет народ находился, он понимал, как выращивается хлеб. Приходил паводок, потому что Нил – это две этих, две реки. Одна идет из Эфиопии, угу. это Голубой Нил, а угу. другая с гор Килиманджаро, угу. это Белый Нил. Вот. Оба они сливаются. И в основном это с горы Килиманджаро, когда идет таяние снегов, идет подпитка этой реки. И с Эфиопии тоже там горы, и тоже сверху идет подпитка но, этой реки. Но какой смысл Моше вкладывает вот в эти символы? А вот такой, символы. Что я давайте читаю посмотрим. Дальше. Читаем про землю, в которую идет народ израильский. Но угу. земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ей, есть земля с горами и долинами, и от дождя
небесного напаяется водою. Земля, о которой Господь твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года до конца. То есть и дальше сказано, если вы будете слушать заповеди, ну то тогда вам все это будет. То есть иными словами, Египет имел стабильность, потому что там шла самая полноводная река в мире. Вторая после нее Амазонка. Это вам не Москва-река. И, да, не... и не Волга. Да, Угава. Да. Так вот. А как только они вышли из Египта и попали на Синайский полуостров, то они поняли, что зависят той воды, которая придет с неба, какая бы она ни пришла. Дождь обильный. То есть, понимаете, мы бежим, вот когда у нас здесь, в Портленде, начнутся эти дожди. Нам от них... ну, сейчас лето не жаркое, я не знаю вообще. Когда жаркое лето было пару лет назад, я ждал, когда начались дожди. Но как только я дождался этих дождей, к январю мне уже стало от этого так тошно. Потому что они льют у нас. А там, как польется сильный дождь, ой, как все радуются, да даже росинки. Вот, то есть слова, то есть дождь – это источник жизни, это источник всего. Без дождя человек просто умрет, не вырастет. Учитель, а вот дождь ранний или поздний, и вообще дождь. Вот в христианской традиции вот многие современные церкви, да, вот очень современные, они прям вот поют: «Да будет дождь, let it rain, let it rain». Ну они, да. Вот эти... они что-то в это вкладывают, какой-то смысл какого-то, значит, что Божья благодать, значит, ниспадет. Вот. А дождь ранний и поздний тоже имеет какое-то значение. Дождь имеет жизнедательные функции. И жизнедательные функции, потому что... То есть слова, которые... Что это за слова? Вот я хочу, чтобы мы увидели. Перед нами вот в этих словах, вот в этих строках песни Моисеевой написаны очень таким древним, архаичным стилем. Это последнее, что Моисей записал. Да. Дальше 33 глава у нас идет. 33 глава – это Моисей изрекает благословение. Устно. Браха. Вот, на каждое. А 34 глава – это уже пишет явно не Моисей, потому что... Это же смерть Моисея. Да. Есть... Кстати говоря, я вот общался с раввинами, вот они мне сказали, что-то они не очень хэппи были, услышав об этом некоторые. Ну, понятно. Вот. Они сказали, что это ничего подобного. Ну, правильно, да. Потому что ортодоксальные раввины считают, что на горе Синай Бог дал Моисею флеш-драйв, в котором было написано все, что на свитке Торы. И все, и поэтому оно было уже, вот, в том числе и речь Моисея в книге Второзакония за 40 лет до произнесения уже была написана, как это самое, как президентское обращение к, как это, State of the Union, как называть это по-русски? К народу. К народу. К нации. К нации. Да, к народу, к нации, то есть, да. Теоретически, когда его нации произносят, то уже журналисты имеют до этого готовый написанный текст ее. То есть, да, вот интересно. Некоторые раввины так верят. Но на самом деле, смотри, как написано. Второзаконие 31:21-22. «И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия». То есть песни еще нет. Песнь только в 32 главе у нас откроется. Но прежде чем мы начинаем читать эту песнь, написано: «Песнь сия будет доказательством, свидетельством против них, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне,
прежде нежели я ввел их в землю, которую клялся. И написал Моисей песнь сию в тот день и научил сынов Израилевых». То есть, вот у нас. Написал эту песнь. Угу. Так. То есть, он закончил Тору. Потом он пишет песнь. А вот 32 глава, он ее поет и учит сынов Израилевых. То есть это хоровая песнь всего народа. Вот очень важный момент, учителю сказали. То есть получается, что вот практически он закончил наставление в предыдущей главе, Ваэла. Угу. И песня, это уже, значит, мы с вами должны ее петь. Вот вы сказали, учит народ Израиля. Чему? Вот давайте, чему мы можем научить вот сейчас вот этой песни наших слушателей, например? То есть, чему научил Моисей Израиль, и чему мы можем научить наших слушателей в этой песне? А дело в том, что песня – это очень серьезная вещь. Мы недооцениваем значение музыки. Вот, например, сегодня наша часть молодежи, до нее доходит только лишь то, что передается через хип. Да, через ритм and blues. Да. Да, и вот именно вот в этом ритме, и вы себе не представлять, как, невозможно представить, как люди, вот, то есть люди привыкли это воспринимать, и вот через это сегодня идет промытие мозгов. 22 прихлопа, там притопа, 32 да. притопа. Так смешно, не смешно. Опа, да, вот и вся Европа. Идет промывание мозгов. Да, да, да. Вот, сегодня американское общество очень с промытыми мозгами, практически это самая большая проблема. Угу. Американец себя видит, модно себя видит. То есть, если всю жизнь, да, модно было делать, что ты такой, понимаешь, такой, что ты сильный и так далее, сегодня очень классно. Если чем больше ты пострадавший, чем больше ты жертва, тем это класснее. И это все, если мы смотрим и слушаем, это все навеивается через пение, через музыку. Я периодически слушаю по радио эти душещипательные истории людей с нетрадиционной ориентацией и с гендер-дисфорией, вот, и кто в основном на радио выступает? В основном выступают музыканты, певцы, поэты, то есть люди искусства. Сегодняшнее отношение к категории людей нетрадиционной ориентации и гендерной дисфории было изменено исключительно благодаря музыке, искусству и Голливуду. То есть человек воспринимает музыку и поэзию, вот мы интересным образом сделали. И поэтому, зная, что будет вперед, прежде чем за 3500 лет сколько до того, как американский народ был научен своим песням, Моисей понял, что недостаточно написать эту песню. Интересно. Еще надо было народ и обучить эту песню. Потому что, вот что в голове у нас... Это было то же самое, что происходит с гимном Советского Союза или с гимном России, например, или с гимном другой страны, там, Латвии, Эстонии, Литвы. То есть не просто его написали, не просто музыку, да, вот в России было голосование, оставит ли советскую музыку вот это вот... И проголосовали, оставили. Да. То есть музыка... Да-да. Все, поняли? Она сидит в голове. Да, да, то есть получается, что они научили народ этой песне таким образом. Вот я не тебе, просто ее спели. Я тебе хочу сказать, интересно, то, что то через музыку в детстве вкладывается в голову, особенно в подростковом возрасте, это остается на всю жизнь. Поэтому мы не можем, мы с тобой,
которым почти 50, не можем, не так, мне еще 30, не способны воспринимать музыку наших детей. Но лично я скажу, вот есть вещи, которые я в детстве слушал, они сегодня откликаются на подсознательном уровне. Знаешь, что у меня откликается? Как посмотрю парад на 9 мая в Москве, как откликается. Сильно откликается, да? Как откликается. Учитель, вот вы... Вот я... Смотрю разные вещи, смотрю про американцев, там военные, все эти вещи. Вот не откликается. Не, ну вот гимн американский, он же откликается. Почему? Это очень даже хорошо. Я, наверное, более совком промыт, чем ты. У меня не так откликается. А, понятно. Так вот. Да, это к теме. Очень-очень важный момент. К теме, да, почему я говорю. Да. То есть Моисей хотел не просто дать народу Тору, вот он, у нас 32-я глава, 31-я глава. Чтобы ее спели, чтобы вот, ее в сердце держали. Смотри, 30, тут две вещи, которые нам сообщаются в 31-й главе, что Моисей сделал. Первое написано, 24 стих, 31 глава. Тогда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца. И тогда повелел священникам и левитам, носящим ковчег завета Господня, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную. То есть уже вот тот свиток, вот будем так говорить, в форме свитка, то есть Моисей уже сшил все страницы, уже все дописано, последний лист уже пришит им, и вот дописываются последние слова. Вот где мы находимся, на каком этапе жизни Моисея. Очень вот интересно. Он это вписывает. Но ему это недостаточно. До этого написано, он пишет песню. И если книгу Торы он отдает священникам и левитам, чтобы те учили ее, преподавали и так далее, песни он учит весь народ. Как это происходит? Вот скажите, как это происходит? Вы скажете, как не представляете, что? Я себе не представляю, как это могло происходить. Вот, делались ли у них там по коленам, по десятитысячным, по семьям репетиции, разучивались партии, я не знаю. Но я знаю, что 32 глава, начиная с слов «газину», поэтому и недельная глава называется «Газину». Внимай! «Газину Ашамае в Адабера». То есть вот эти вот слова как-то они были научены этим поколением. И я скажу тебе, поколение это пело эту песню, и поколение это пошло за Иисусом Навином. Ну, наверное, Моисей так и хотел, что вот что-то от него осталось. Это возымело эффект. Не просто Тора Моисеева. Хотя там не просто, смотрите. Вот сама песня. Имя Господу прославляю, Бог, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенные дела его. Вот эти вот слова... Они как-то были переложены на музыку твою того времени. И вот то, что Бог твердыня, и то, что совершенные дела его, это очень... Причем твердыня – это метафора, на которой повторяется раз 9, по-моему, если не больше. Что твердыня, такое, твердыня. Что такое твердыня, Андрей? В сегодняшней культуре, которая называется постмодернизмом, где сегодня нет никакого морального ориентира и никакого абсолюта. Вот я, когда изучал физику в Киевском университете, я воспринял Бога именно как вот этот абсолют. Потому что я понял, что для того, чтобы
делать науку, все равно отталкиваются от чего-то недоказуемого. Uh-huh. Если это математика, в ней всегда есть недоказуемые аксиомы. Но что мне от этих аксиом? Что это моей жизни? Что это моему сердцу? Если я буду верить свято в то, что между двумя, что две параллельные прямые никогда не пересекутся. Ну, хорошо. Поэтому я понял, что мне нужен другой абсолют. И об этом абсолюте я прочитал в Священном Писании. И вот выражение этого абсолюта. Он твердыня, совершенны дела его. Все пути его праведны, Бог истинный. Верен, и нет неправды в нем. Аллилуйя. Он праведен и истинен. То есть это очень важно в этом мире, который сегодня движим постмодернистским менталитетом, угу. в котором нет абсолюта, вернее, он есть. Угу. Только в постмодернистском менталитете абсолют – это я. Поэтому у нас все. iPhone, iMac, I. Вот этот тренд Apple поймал, и Стив Джобс сделался миллиардером. Uh-huh. Вот. Он поймал этот тренд. И вот это не его вина, он его не создал. Этот тренд создан, опять же, вот этот тренд I, он создан культурой. А культура, начало культуры, это музыки. Учитель, надо еще две вещи разобрать. У нас время заканчивается почему-то так быстро, как вот никогда. Но вот быстро заканчивается. И Иешурун, о котором вот здесь упоминается. Вот, да, обязательно. Вот, надо узнать, что это такое. Давайте мы, потому что здесь... Дело в том, что... Это в 15 стихе. Хорошо, я тебе сейчас объясню это. Очень просто. Как американцы своих жен называют? Honey. Uh-huh. Sugar. Uh-huh. Терпеть не могу меда. Uh-huh. Никогда в жизни свою жену медом бы не назвал. Uh-huh. Вот. Но мы по-русски... Это вы, да. Но мы по-русски привыкли называть наших жен зайками, котиками, да? Угу. Вот, то есть американцы да. с нас смеются. Да. Но да. чему я это говорю? В каждой культуре есть вот ласкательные слова. Угу. В библейской культуре, в иврите, Израиль называется двумя ласкательными словами. Угу. Ешурун угу. и Цви. Uh-huh. Вот. А почему Бог называет Израиля ласкательными словами? Uh-huh. Потому что он... вот почему. Да, давайте посмотрим. Дело в том, что книга пророка Исаии, uh-huh. 54 глава, пишет абсолютно, как говорится, правильно. Uh-huh. Очень интересно. Это, то есть Иешурун это ласкательное такое, да? Да. Угу. То есть вот ничего такого написано. Страшного нет. Угу. И, значит, Исаия 54:5, ибо Господь твой, Творец, есть супруг твой. Угу. Господь Саваоф, имя его, Искупитель твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется он. То есть, когда христиане говорят, церковь – это невеста Христова. Конечно, красиво, приятно, угу. но для сведения христиан хочу сообщить, что это не новая вещь, а то, что Божий народ – и Бог были всегда в завете. И завет, вот, он как супружеские отношения. А в супружеских отношениях присутствует элемент ласки.
И вот Бог называет свой Израиль всевозможными ласкательными именами. Правда, здесь этот Ешурун выглядит как разжиревший осел, который вместо того, чтобы работать вместе с Богом, лягается. Ужас. Вот. И уточнял Израиль. Здесь вот ты как раз Ешурун, вот здесь, 15 глава. Вот об этом я речь, да. Вот она у тебя в твоем издании, а в синодальном они не стали писать Ешурун. А что не написали? Ну. Почему не написали? Я не знаю, я не знаю, почему. То есть в синодальном издании, получается, это... И уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел, разжирел. Вот, это после того, как Бог благословил. И оставил он Бога, создавшего его. Там, и правда, нет. Презрел твердыню своего. Богами чужими они раздражали его, мерзостями гневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнишь. А здесь написано вот так: и разжирел Ешурун, и стал брыкаться, разжирел ты, растолстел, раздался, и оставил он всесильного, создавшего, и поносил твердыню спасения своего. Вот так вот тут написано. То есть, вот видите, синодальный перевод, к сожалению, не все передает синодальный перевод, к сожалению. Вот, хорошо, понятно, учитель. Ну и последний момент такой, вот уже все, песня закончилась. Вот, и здесь интересная вещь написана, в 44 стихе. «И пришел Моше и произнес все слова песни этой народу. И он, написано, Гошеа, сын Нуна». Почему Гошеа? А если ты помнишь, то изначально Йехошуа бен Нун, да, его звали Гошеа, а Моисей переменил его именно на Йехошуа. То есть мы это в книге Дворим под именем Гошеа, это понятно. То есть это еще до того, как... А почему вот в данный момент он его назвал вот так, как раньше? А почему здесь вот? Ну, потому что... Он все равно, имя же осталось, так его родители называли. Вот, дядюшка Нун, который на иврите переводится как рыба. Нун — это рыба? Да. Вот дядюшка Нун называл своего сына Ошейка. Ошейка. Чудненько, чудненько. А Моше взял его и говорит, ты Йехошуа! Да, мы, кстати, Священное Писание встречаем не один раз, что в какой-то момент раз, и встречается опять первое имя, вот как-то вот, но встречается, вот, да, даже вот с историей с апостолом Павлом. Проблема в том, что мы, как бы, ну, родители нас так назвали, ну и назвали. Ну, и вот тут заканчивается тем, что и говорил Адонай, обращаясь к Моше в тот же день, так, взойди на гору Аварим, гору Нево, что в стране Моав, что напротив Иерихона, и осмотри страну Кнан, которую я даю сынам Израиль во владение. И дальше вот мы такие волнительные вещи читаем о его кончине, но это мы разберем уже в следующий раз и узнаем, кто же все-таки написал последнюю главу и насколько печально ли это? Печально ли это, или это все-таки рождение чего-то нового, смена власти, новые, может быть, какие-то наставления? И вот на этом, я думаю, мы сейчас закончим наш разбор. Я напоминаю, что вы можете слушать нас на волнах 11.30 АМ стерео в Орегоне, в Вашингтоне, также на частоте 100,7 FM, и, конечно, в Риге, в Латвии, на радиоцентр, на частоте 1602 АМ, для Европы. И мы просим всех наших радиослушателей, телезрителей, которые нас также смотрят, присылать также сообщение о том, где вы нас слушаете, на какой волне, в интернете, по радио, либо по телевидению. Учитель, пожалуйста, совершите молитву и отпустите нас всех с миром. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, даровавший нам Тору истину, и в ней есть глаголы жизни вечной. Благословен Господь Бог наш, дарователь Торы. Аминь. Аминь.